Алло, чё, кого? Раз, два, три, всем привет. ГГ опять дропают ядрить. Пересели на кибергейм Twitch. Как уровень звука? Мне игра орёт просто. Я вот сейчас убавил игру процентов на 40 от того, что было. Битрейта там чуть добавил тоже. 3000 битрейт, по-моему, поставил. У нас нудный босс, короче, тем временем. Его накил за гай. Долгий, терпильный дрит с повторениями. Самый тленный вообще босс до самого тленного стрима. Плеер ГГ дропает. ГГ я отключил. Напишите отзыв на всякий случай. Да, я ядрил. Пусть жмет Озис F5 и дрить, и смотрит КГ или Twitch. Twitch не работает, да куда, только что же работал. Чекните Twitch, пожалуйста. Я вот минут 3 назад проверял, работало. Пусть Ctrl F5 жмет. Давай, пропускайся, дурацкая заставка. Да ядрить. Здорово, Озис. А ядрить. Отвлекает меня тут всякий чатик. Ядрить эпилепсия на экране, я тут вдруг осознал. Как я вообще в прошлый раз тут держался, что-то понимал, ядрить зачем-то следил в прошлый раз, тут я помню. Концентрировался, там что-то поворачивалось. Блин, получалось уворачиваться. Да ядрить. Да это так, любая Ивана радость эпилептик. Сучьи грибы. Взяли таких лобысь, на меня сразу побежали.
типа, мама, я в телевизор ядрить. Дурацкие шекели. Пошел отсюда. Паук, например. Да ну возьмись ты, ядрить. Я не знаю, пушки сверху, они такое ощущение, что раньше синхронно стреляли, а сейчас не синхронно стреляют, меня багетят. Да, сумка, я же жал. Ладно, я не жал. Кого я обманываю? Чатик-то не проведешь, ядрить. В чатике все эксперты. Сразу видят, кто где жал, а кто не жал, ядрить. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Сейчас какую-то хорму вытворил просто. Ну, сейчас все правильно сделал. Сложности в боссе вообще нету. Кроме того, что он ядрит, какой длинный и нудный, и терпения не хватает. Из-за, короче, нехватки терпения делаешь тупые фейлы. Вот такая аналитика. Вот несинхронно стреляют пушки, несинхронно ядрить. Ой, мышки, они какие-то упоротые. Нормально, нарандомило с мышками. Вот как на это говно справа реагировать, я вообще не понимаю. То есть тут вообще, тут кроме того, что нужна вообще полная концентрация после всей нудятины, которую ты прошел. Еще 50 секунд надо концентрироваться на Акакиши, который сверху летит, потому что там... Ну, короче... Ну, там жесткий тайминг, на самом деле. Это выглядит, а не просто вот эти Акакиши, которые сверху летят. За ними очень вообще пристально надо следить, на самом деле. Акакиш справа, он просто рандомно вылетает и рандомно перемещается и дрить. То есть, на самом деле, ну такое. Ну, если это последняя атака, вот это на 50 секунд, то, в принципе, ну пофиг, в принципе, нормально, босс. Если там что-то еще дальше, то что-то я зол немного буду. Ну, вряд ли это последняя атака, что-то мне подсказывает, что все будет интереснее. В этом килл за гай вашим. Всех грибов справа выкинул. Вот что за хрень вообще? Начинает багетить на ровном месте. Пушка. Пушечная.
Да выкусите и дрейте. Мышки. Мышек я еще не понял. Они какие-то упоротые. Они как-то то рандомно останавливаются, то летят за тобой, то летят не за тобой, и дрыть. Да сумка, я же жал. Вот сейчас отвечаю, жал. Ну, видимо, в падении еще жал. На земле не успел. Гидрить гриба колбасит там. Вот это топич смерть вообще была сейчас. Да ну блин, дурацкие грибы, и дрыть прям в середину накидала их. Пентакилл прест. Рэмпейдж. Хоть кто-то стрим смотрит. Ну или слушает. Да говнецкое, ядрить, я провтыкал эту правую хрень, просто в слепую зону попала. Я где-то это уже слышал, Кастик. Давным-давно, когда-то, еще где-то в апреле. Может, мая. Вот это на самом деле удачная генерация. Все молодочки направо, все грибы влево. Это было неожиданно как-то даже.
На мышках, короче, походу главное на месте не стоять, и они, в принципе, микрятся. Вот это я вообще не понимаю, как тут выжить сейчас можно было. Может, этих правой какашек стрелять можно хоть. Да хитрить! Да ядрить там еще один под ним оказался. Да твою ж медь! На пауках сегодня еще не умирал. Вроде бы. Все 4 шекеля вместе просто. Гидрите, огонек не пропал. Зачем я прыгнул в конце? Боже мой, все же вообще гидрить хорошо было, боже мой. Кусок. Да как, блин, ядрить? У меня просто слов возмущения даже нету. Да на какую-то хурме, как щит можно сливаться, я не знаю.
На-на-на-на-на-на-на-на-на. Да ядрить, вот застаклись. Говнюки. Полное покрытие преста. Да. Чё зашатали эти-то на пауканах сливаться? Вообще забей какой-то. Кое-как размикрил. Чего, сейчас почти зарачил. Сейчас почти замикрили меня. Мышки, я вас ненавижу. Пойдет. Сейчас опять это говно. Надо попробовать стрелять вправо.
Привет, спамбот и дрыть. Рад тебя видеть. Хоть кто-то в чатик пишет. Да ядрить! Промазал своей худой жопой. Сейчас правильное решение было принято. На удивление, не похоже на меня. Да ядрить, как он резко прыгнул-то, а? Кусок. Все, отдохните, ядрить. Все шекели собрал. Сумка, сумка, пойдет, мышки, все шекели справа, ядрить, хорошо, собрался. Да ну куда там? Да я ядрю. Я не понимаю вот эту атаку, вообще не понимаю. Надо чуть запись будет посмотреть, какие-нибудь закономерности хоть у этих ушлепков найти. Ядрить чай крепкий. Чё? Я же жал. Вроде грибы в прыжке никогда не убивали. Грибы в прыжке вроде триггерятся как, ну типа напрыг на них даже на восхождение. Сейчас попробую специально. Но сейчас я, может, поздно нажал. Да сейчас, может, тоже поздно нажал. Не, сейчас буду экспериментировать и проверять. Немножечко. Ну, не сказать, что я сейчас был... Ну, сейчас точно был на восхождении, но это грибик уже не самый большой был. Сейчас тоже точно был на восхождении. Хрен с ними. Да ядрить. Он сейчас уже что-то не стал проверять. Просто.
Да, сучья пулька, ядрить, я там мышек микрил, как истеричка. И ведь мышек-то я размикрил. Хотя это вроде не так просто даже было. Дросно. Да я приболевший тут ядрить. То все, что-то. Падлу вебаньку врубать. Да сумка! Бантиком задел. Снап, пиши что-нибудь в чатике, пожалуйста. Это такое ощущение, что никто не смотрит. Конечно, тленный стрим, тленный босс, ядрит тленный картофель, но пусть будет тленный снап хотя бы. Что-то меня угнетает, конечно, когда чатик нулевой. Это стрёмно. Ядрить! Не, ну там спам-бот он поздоровался. Один. Нормально размикрил сейчас. Старался. Да немного, немного. Второй стрим по времени в сумме, ну я не знаю, часа полтора, может два. Ну, нудный пипец, ядрить. И вот что тут делать на следующей атаке, я вообще не понимаю. Какой босс по счету? Не знаю, не считал, может где-то четвертый. Блять, блять, блять! Простите, дорвак так он. 7 человек в чатике, но никто не пишет, говорит. Я грумпую. Я в принципе группую, а когда никто не пишет, я грумпую еще сильнее. Я вот начинаю следить за верхними упрями летящими. Я вообще не вообще все справа летящие вообще автоматически в слепую зону попадают. А верхние, они такие коварные. Их чуть-чуть, короче. Подпустишься к себе на расстояние, так сказать, по оси горизонтальной. Все, гуф. Трипл килл прест. Так продержаться, продержаться, а как продержаться? Нету страт, как бы... Непонятно, непонятно, как себя вести, понимаешь?
Я не говорю, что он сильно сложный, но у меня все равно багет. Все равно багет. У меня багет. Он нудный ядрить. За это у меня багет усиливается. Сумка! Хорошо. Среагировал. Мышки, ненавижу их. Да все, охладите, ядрить. Не ваш день. И пошла жара. И все, вот и все, ядрить. Я увидел, что их там до хрена на потолке, мне надо смещаться слева. Но вот это меня зацепило, вот этого я не задоджил сейчас. Ну не знаю, дрон. Это не кристаллы, это шекели. Или нет, или это кристаллы. Спросите у Снапа, он шарит. Ну, ёж застрял. Игра начинает облегчать мне условия. Настолько я не очень. Чёртов телевизор. Да ну! Ладно, ладно, ладно. Он опять ёж застрял чуть-чуть. Да какие мерзкие молоточки. На снаряды. На красный точно нет. Если это про них. Пошел вон. Мышки ядрить. Пойдет. Не очень уверен, но пойдет. Так, внимание ядрить. Текаем. И сейчас какиш справа вылетает и убивает меня. Но все равно, мне кажется, мое предсказание было неплохое. Да я ядрил, ну что за приколы, ну ядрить! Не успел чуть-чуть среагировать. Нормально затралил лавы. Но это был прогресс.
Я пробовал чуть-чуть пострелять, я думаю, нет. Верхние точно не отстреливаются. Я чуть-чуть вправо пытался там постреливать. Вроде нет. Сейчас попробую чуштаху постреливать, если дойду в следующий раз. Вы мне скажете. Ядрить успел, слава яйкам. Да, ядрить, я уже шекеля испугался. Да сосни, мышка! Вот это микро, вот это я ее на обманочке, на встречке поймал. Видели, видели? Вот это задоджил. Пресс забей. Ну, синусоиды с натяжкой это можно назвать. Слишком неграмотным надо быть в математике, Азазос. Чтобы такое себе позволить. Пошли вон! Блин, шекель меня не может догнать. В который раз. Фу, это потные мышки. Ну ядрить! Все было под контролем специалиста. Все, знал, сейчас справа вылетает. Знал, что если на снисхождение, я прыгаю. Она пришла на снисхождение, я прыгнул ядрить. Не успел. Ну ядрить, ну какая там нахрен реакция нужна? Ну а что я мог сделать? Нельзя было слева стоять, левее раньше. Говно ядрить, багет вообще. Эх.
Ну, сейчас мог вообще гуф быть, изи. Ну, пощадили меня пауканы на этот раз. Да дурацкий шекель. Да ну шекель, ядрить. Теперь шекель меня доджит. Пойдет. Блин, они одинаково, походу, справа вылетают. Только как бы это запомнить? Сосни! А чё-то она исчезла. Шутник телевизор. Есть, оказывается, счетчик смертей в игре, смотрите, на каждом уровне. Глава 5, телевизор. 0 сундуков. Ну, поехали, ёпте. Это да. Слушай, действительно, мне кажется, это или это Вить от соли ядрить. Ух ты, прикольно, работает все. Прикольно. Да ядрить! Не, мне нарваться на этот шипик тоже хочется. А тут чё ядрить? Чья игра вообще, корейская, китайская? Кстати, время правильное показывает. Кто любит соя ядрить? Вообще, ну кто любит ядрить из разрабов или кого? Да ну ядрить. Корейцы любят, хрена себе. Кошмар какой.
Да ядрить. Шипы взлетают, когда ты на них нарываешься. Я вроде все посмотрел. Платформы с картинки. Я понял тебя. Типа вот эти. Нет, ты не угадал, хотя это было вообще пипец правдоподобно. Не встается. Себя банально перетянуть. Не, не могу. Хрена снап идеями блещет. Старт я пытался на прошлом экране, не, не жмется. А чем я убился в прошлый раз? Я чем-то убился, ядрить. Непонятно. Что-то не корзины, ни хрена вообще. Головоломочка ядрить. Вот, все еще не пробовал, я не пробовал в них стрелять. Ну, сходил. Ну, в смысле, вообще налево.
Вот ты чертов ядрит читер. Не, правый не работает, я тоже пробовал. А тут секретонька, но снап нашел секретоньку. Да едрить. Ну что значит вытащить? Они вот типа со смертью, шипик со смертью улетает, ядрить, и все. Да так вообще во все игры с первого экрана. Ядрить. Вот ты читер, ядрить. Сообразительный ядрить, снапа кусок. У меня тут ни один не тащится. Ну, из первых там семи. Где ты эти цифры-то вообще увидел? Ну вот эти. Ну да, пытался ядрить. Видишь, не прыгается. Да, блядь. А, я, кажется, понял. Все, все проще. Да. Все, две секретки этого мира нашли. В
вторую даже без помощи снапа. Она не перетаскивается. По ней надо пострелять, наверное, тут хитрым способом. Да, ядрить. Я так думаю. Ни хрена. Ну давай взять таким же хитрым способом. До того, как испоганили, нам что-то уж очень тонкие тайминги. Заебись. Что-то такое разнообразие, вообще мест, куда можно идти. Или нет? Не, не проходил. Заебись, кнопка. Заебись, не нажал. Походу начинать надо отсюда. Да я ядрил. Кстати, можно сюда попробовать. Блин, что-то меня плющит. Да ядрить от такого разнообразия путей. Нет, картофель не забанен в стиме, почему? Что-то я рестартнул, как истеричка. Вот и ответ. Да ядрить опять это произошло. Да пута мадра. Ну что, берем этот сейвик или топим направо? Или я сходил направо и понял, что там ничего хорошего?
Эх, жизнь моя жестянка, пью горький чай и закусываю кислым лимоном. Да ядрить. Да ядрить. Да ядрить. Да ну ядрить. Да пута мадры. Потнявенький, потнявенький экран на самом деле. Это кажется, что легко. Потому что механика, видимо, такая более близкая к оригинальной игре. Я же к такому не привык. Когда слишком динамическая. Вот здесь то, что можно вот так вот успеть умереть, мне это не нравки. Да ядрить. Да, да, Сна, ты все правильно понял. Куда это я? Так. Да ядрить, ядрить! Все, примерно понял. Ну, я могу, конечно, попробовать. Ты же сказал, нормальные хитбоксы. Если нормальные хитбоксы, должно быть видно. Я же жал, не успел. Да ядрить, как там быстро жать надо. Да ядрить, я же жал. А чё? А, я понял, из-за вот этой стрёмной строчки внизу чёрный пол экрана не видно. Да твою ж путамадра месть, там еще целый экран. Вообще, вообще, да, неплохо. Я чуть не обратил внимания.
Хорошая, Иван, но такие тонкие шутки, в принципе, по игре мне нравятся. Да ядрить! Да ядрить я же жал! Да ну пута мадре, мэн! Спокуха! Спокуха не бомбит! Да ядрить! Да ну ядрить! Все, пора, короче, высморкаться.
Так. А еще, короче, надо чекнуть, как там у совы. Че там у совы ядрить? Все, сова скоро пройдет, короче. Окей. Умничка, Идрин. Так, что-то надо громкость игры чуть-чуть вернуть. Потом надо вернуть, наверное, чатик и игру. Все, продолжаем наше рокование. Да сова сама себя на слабо берет, походу. Сама себе доказывает, что она что-то может в компьютерных играх. Самоутверждается понемножку. Молодец еще. Ядрить. Да, ядрить. Ой, сейчас на этом экране будет много ядрить. Нам еще второй такой же. После этой игры Виви проходить. Ну, Виви, в принципе, она же там легкая, недолгая. Можно гипотетически. Если меня кто-то задарит в стиме Азазас. Дай сумка. Я же жал! Или хотя, или даст, да, или даст нормальную пиратку. Ядрить. Как вот букак? Как? Букак ядрить? Вот как я сейчас умер? Thank you.
Да, ядрить, вот опять та же хурма. Как? Вот как? Букак ядрить? Меня не понимают. А зачем там вообще в конце платформочка снизу? Типа не успеваешь по ней пробежать, что ли, да я еще знаю, наверное, да. Окей, окей. Да вот, ну как, вот здесь-то можно умереть, я не понимаю, я что, падаю с первой, что ли, то есть, типа, не успеваю? Первая, на первом экране платформа кончается, я падаю, что ли, или что? Походу, да. Это неправильная механика. Вот сейчас не умер. Сейчас типа успел. Ой, сейчас снова флил. Я же жал. Да ядрить. Да зачем? Да. Все правильно, Слайд, на прыжок. Слоу. Отличный вопрос. Но нет, там еще буква К. Многофункциональная кнопка. Буква К. К английская. К. К. Я бегал, у меня гравитацию на К. Yes. Ну чё ясно-то? Не, пикалета нету. Ни стрельбы нету.
Да ядрить слово. Что там в конце-то вообще делать? Ну, едет такая эта вправая. Нажимаешь такой на зеленую. Наверное, она вниз начинает должна двигаться. Вон та самая. Самая правая зеленая, наверное, вниз должна начать двигаться. Ну и там типа понятно. Что ни хрена не понятно. Ну вон та центральная, наверное, вправо начнет двигаться по законам троллизма. Ой. 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 Динамичненько. Сейчас наоборот я поспешил. Да ядрить. Нет, во время падения не могу. Да, не могу. То есть старание синее типа еще для возврата может пригодиться или что? Ну вряд ли. Но можно попробовать. Я в шоке. А, на донышко правой ядрить. Гидрить там потненько. Да, и надо жмакать потом. А чё потом? А потом вниз, потом туда, и там хрен знает, что дальше будет.
Не смущайся, Снап, сейчас узнаем. Да ядрить. Нет, ты говорил, что ты смущался. Спута мадре, мэн. Я же жал, ну правда я на нее не попал, а так все хорошо. Да жесть какая. Там синенькие делают, исчезают, да? Не, вот до сюда дойти, я в принципе понял. Потом, когда она начинает спускаться вот отсюда, здесь начинает спускаться, надо шлепнуться один раз сюда. Потом, наверное, чтобы тебя надо еще не расплющило, это успеть, чтобы одна просела, ты тусишь на второй. Типа... А, не хочу думать, я хочу травить. В Айванах не надо думать, обычно надо травить. Пусть Снап там думает и дрит. Я буду пока травить. Ядрит тонкие тайминги. Ядрит как дрон, меня давно смотрит, оказывается, еще так внимательно.
Да ядрить. Такой тут тонкий тайминг. Курсор, отдохни. Непонятно, вот это я сейчас заслоупочил или наоборот поспешил? Наверное, заслоупочил. Нет сомнений. Да ядрит, ну где-то на второй это надо жать уже. Чем там третью? Стою, что-то выжидаю там трех палок. Кто-нибудь мониторит сову вообще? Дрон, помонитор сову там, если будет это успех, свистнешь. Вот, блин, вот на второй надо жать, я не понимаю. Нахрена их три? Сейчас я, знаете, когда жал? В падении между второй и третьей я сейчас жал. Угу. И просто так заспамить же нельзя, начнешь спамить, как бы улетишь уже. Жал, опять в падении между второй и третьей жал. Ну это нормально до совы. Быва Арчанда. Не знаю, зря она рейджит, чё она уже прошла ядры, чё она, наоборот, радоваться должна. Я не понимаю, третьей палки не стоит ждать вообще, по-моему. Видите, жду третью, и там уже будет поздно. Надо на второй жать, чтобы успеть вон в ту дырку на подъем еще. Я ж после третьей просто так налево не успею. По-моему, так. Да я ядрю. А после второй я просто на платформу не успеваю. Неужели тайминг прыжка на синюю завязан? Да ядрить.
Ладно, спокойно. Да ну, непонятно, что-то я сейчас. У меня сейчас вроде все получилось, но я все засрал, поэтому у меня багет. Сейчас просто без комментариев. Да ядрить этот шипик. Да я же жал. Я слоу какой-то. Я не мочь там жать. Там же начнешь жать, просто в шипик вот этот врежешься. Вот в этот. Успеешь? А что быстрее? Герой летает или платформа ездит? По-моему, где-то одновременно. Где-то одинаково. А значит что? А значит успеешь. Чё так впадлу думать, ядрить, странное ощущение. Да вроде не надо тут особо думать. На старте можно и с нижней, и с верхней начинать. Блин, там еще зелененькая. Что-то непонятно. Вверх-вниз зеленая, но это что-то какой-то упарин. Ну ладно, надо прорашить до зеленой, короче, а там видно будет. Пута мадре, мэн. Чертов снап, а? Ну понятно, в принципе понятно. Но просто все быстренько делаешь, хоп-хоп-хоп и в дамки.
ядрить, там на зеленой платформе надо мини, короче, вейт сделать. Зачем? Ну, чтобы долететь, успеть, короче, добежать влево на синюю ногу. Я вроде его даже сейчас сделал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Я уже думал, лух. Да ядрить, мини-вейт сделай. Кто тебе такое сказал, Снап? Объясни мне, я не верю, что такая сложность в ВВВ есть. Ну, то есть, ну, действительно такие хорошие вообще багетненькие уровни. Экраны, я имел в виду. Ну вот сейчас все хорошо сделал мини-вейт, а вот наверху не нужно никаких вейтов делать. Я же жал. Ядрить. Подгорает от динамики, от динамичности подгорает. Но это классно на самом деле, что она есть. Что похожие? Есть похожие, что похожие? Фух, дыши глубже ядрить. Я же жал. Да ты пута мадре. Да хорош. Да я ядрю. Да ну поспешил. Вот там если быстро успевать на зеленую, то надо ждать, чтобы пониже уехать. Я же жал. Да ядрить. Да ну. На скольких смертях домино закончил Боша? Что-то порядка там 60-70 тысяч, по-моему. Да я ядрил. Ладно, сейчас пройду. Да хорош!
Да ну чё за говно-то началось? Ай-яй-яй-яй, какой багет! Ну так сейчас пройду. Сейчас это не значит прям в этот трай. Да ядрить! Да не, нормальный там прыжок ядрить. Тут в принципе все очень. Да я уверен, что там что-то еще будет. Я прям не сомневаюсь. Под надписью, кстати, еще может что-то будет. Не под надписью, вроде ничего нет. Я же жал. Ну как, вот как сейчас? А знаете почему? Потому что я поспешил на зеленый. Помните, я говорил про тот самый мини-вейт на зеленый? Он вообще нужен. На самом деле. Когда начинаешь психовать вот так, начинаешь просто топить, просто начинаешь спамить вот так вот прыжочек. Сумка. Етрить! Ай-яй-яй-яй-яй! Да. Да ну вот не успевает он на зеленую, если быстро там с зеленой прыгнуть вверх в первый раз. Вот сейчас хорошо прыгнул, но за слоупочил. Уже дальше. Я же жал. Ну, сильно быстро жал. Да, сумка. Сейчас сильно медленно. Тут не то, что тайминги, а не таких. Тут видишь, что тут куча таких таймингов. Куча таймингов, которые такие ядрить. Надо во все попасть. На реакции? Попробуй. На рандоме? Вероятнее.
Твою ж пута мадры медь. Я даже пойду запись посмотрю. Я нормально со снапом одинаково мыслим. Ну, в принципе, понятно. Непонятно только, где лазероны спрятаны. Да вот это интуитивно кажется, что да, наверное, где большие, там дырки и дрыть. Ну так, чисто логика, да, вот типа подсказывает. А потом зеленая та уезжает влево. Ну та зеленая уезжает, наверное, вниз. Вторая. И с нее надо вон на тот синенький запрыгнуть, и все будет хорошо. Однако, здравствуйте. Блин, так хочется мою часову постоянно мониторить. Сова офлайн. Что, прошла, что ли? И дрон мне не сказал? А чё, Twitch упорот не запускается? Запускается. Ну, а теперь лайв. Нормально там еще все, короче. Продолжаем наши посиделки. Ну какая безысходность, она его уже убила, ядрить. Наоборот, должна радоваться, такая эгегея, сейчас еще раз убью. Она уже должна почувствовать силу и дрыть. Да ей дрыть. Да я же жал. Да, труп померла, говорят. Через это каждый прошел. Ну, процентов 80, мне кажется, через это прошли. Я точно. Я же жал. Ну какой там интервал, кстати?
Примерно, ну, примерно такой же, как на старте, да, между всеми большими одинаковый интервал. Да, только между зелененькой и большой интервал чуть побольше, чем между стартовыми, или нет? Или нет? Между стартовыми расстояние больше. Да, я ядрил. У меня глазомер не шарит, я возьму какую-нибудь хурму тут сейчас, расческу, например. Да, вот между первой и второй, третьей одинаковое расстояние, между третьей и четвертой расстояние меньше, между четвертой и пятой расстояние меньше. А это значит, что между зеленой и синей расстояние на один кубик меньше, чем между стартовыми. А обычно между синими этими, которые нужно прыгнуть, они еще на один кубик меньше. То есть между самыми маленькими я просто спамлю. Между первыми вот этими двумя я вообще такой долгий прыжок делаю. Там вообще средний нужен прям. Прям ядрить пот. Прям три разных тайминга. Да сумка! Да ты чё, шутишь что ли? Да сумка! Не, ну сейчас что-то нарачил. Не понял где, но где-то нарачивал, я понял. Да ядрить. Ну тащи уже. Там еще целый экран, если ты забыл, вдруг я тебе напомню. В конце буду спамить. Ядрить. Да ядрить. Да ну на. Да, пута мандра. Да, собака динго. Чё сейчас сделал? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Сейчас, надо еще чуть-чуть медленно сейчас подумать. Здесь проблем нету. Здесь, в принципе, проблем нету. Вот здесь я делаю средний. А потом, чтобы на зеленую успеть, мне надо просто топить. Мне надо топить. Нет, или не надо. Нет, у меня зеленый, у меня все. Света прошу, проблема с зеленой. С зеленой нельзя сразу прыгать. Вот и все. Вот и все. Оба раза при том.
Ядрит сова упоротая вообще. Да ну! Это прикиньте, каково ей там сейчас без этого, без такого особо психологической, как бы физической подготовки вот так вот сидеть и упарываться в рю. Там же спамить надо, она вообще спамить не умела, то есть она там ядрит за эти два цикла, там с Давсимом вся хурма вот так за стрим проходит. Я не знаю, как бы и стрим там у нее уйдет уже часов 8, такое ощущение. Я тут сейчас осознал. То есть, ладно, я бы вообще через 2-3 часа дропал. Я все эти айваны ядрить, я вот так вот страдаю, там час-два ядрить, три. Понимаешь, что все, ступор, я как бы иду отдыхать. Она прям ядрить. Ну, мы поняли. Чёртовы звезды, они меня теперь отвлекают. Я же жал. Я же жал. Но одно дело упорное, другое дело, что она же в натуре там сейчас просто изнасилует себя уже, походу. Ядрить. Ну там понятно, там два прыжочка этого сюда надо сделать. Там еще синенькие такие две справа есть. Оно того не стоит. Я про то и говорю, что этот принцип того не стоит. Не знаю, что-то я не в теме сна. Че, обижается? Обижается на карабину. Да ну! Да ядрить. Да я ядрю. Да ну. Я уже не соображаю, что происходит. Я уже рандомный. Уже новая волна рандома. Вот это самое обидное, ядрить гуфы на последнем, на последней зелененькой. Погодите, Фапино стримил Мегамена, когда успел. Да хорош, я же жал. Вот я про то же снап.
Ну так я и про то же Идрис Сала, Идрис изнасиловал себя вообще не в тему. Давайте чуть Салу что ли послушаем, если вы не против. Стрёмные советы, типа отложи до следующего раза, вообще только багет вызовут. Поэтому я ничего не буду писать. Просто напишу сова молодец, Идрис. Не знаю, в такие типа моменты нужна типа поддержка, но как-то, ну а какую я еще стрёмную поддержку могу выказать и дрить? Ладно, все, сова пошла перекурить. Так, звук игры. Снап, ты как-то слишком наивно давишь на злость, я тебе хочу по секрету сказать. Я же жал. Или ты на себя давишь? За чё базар-то? Да я же жал, ядрить, я два раза уже жал. Нет повода для рейджа. Все хорошо, Идрис. Да ну, вот теперь есть повод. Я ядрил. Я же сжал! Нормально смертей нафармировал на экране, я чувствую. Второй экран проще, но второй экран реже, как подсказывает Кэп. Ядрил я эти тайминги.
Да ну, пута мадра. Да ну, говно. Это да. Да ну, вот здесь я что-то хурму делаю. В чем только я не пойму. Вот я что-то быстро делаю, я по верхней сильно быстро пробегаю. Да не, пока нету потребности умываться. Вот с верхней, а вот этой вот синенькой, после зеленой сразу синей надо чуть-чуть подождать тоже. Вот с этой вот. Иначе я не успеваю на зеленую просто. Или просто надо вправо быстрее езжать. Пека-пека. Вот сейчас и то сделал. И на синий постоял, и вправо быстрее нажал. Вот сейчас вообще с запасом получилось. Да ядрить! Да ну, за истерию. Чё? Слабые записи смотреть. Сумка. Да хорош. То есть надо вообще типа с краешку зеленой прыгать, что ли? Я же жал, вот сейчас я вообще как истеричка спамил прыжочек, но не помогло. Знаете, что тут спамить вообще не помогает. Вот, короче, на этих экранах спамить не помогает. Тут вообще, вот я могу сказать такую хурму, что тут нужны точные действия, короче, как ни странно. Хотя казалось бы. Сумка! Ай-яй-яй-яй-яй, убежал!
Да ну блин, я там спамлю прыжок. Вот я спамлю, потому что там... Ну нет, ну я не знаю, почему так происходит. Почему я спамлю прыжок? Потому что я постоянно жму влево, там не отпуская. Надо быстрее спамить. Ну это нормал идея там спамить прыжок. Потому что отпускать влево я вряд ли там смогу. С сумкой. Смотрите, смог? Да чё, где открылось-то? Ну вот сюда я вроде ходил, да? Или куда я ходил? Я заблудился. Здесь не успевает. Да, вроде налево ходил. Ну, через это место, а налево я ходил. Можно, да, трон? Я тупой какой-то, я сейчас вообще тоже уже перестаю соображать в стиле совы, короче. Вот здесь какого-то хрена лазерон. А, лазерон отключается. Лазерон отключается, надо сюда вернуться. Спасибо, спасибо, чатик. Вы мне не подсказали. Вы бесполезны. Да, ядрит. Не тот экран. Да ядрить. А туда вправо за лазерон тоже же надо сходить. Да ядрить. Нет, я туплю, но это нормально. Чё, прикалываешься? А, надо было вот эту кнопку нажать в падении, да, я ее пропустил. А здесь чё? Мне интересно, я пойду сюда. Ага, ничего не понятно. Да ядрить. Дай потупить снап ядрить. Что-то сова не идет.
Ядрить сова не идет даже меня, смотри, вот жопа с ручкой. Давайте еще раз ее слезно поумоляем. Ну чё, куда? За кнопку или за нитки? Выбирайте, мне пофиг. Я и там понял, что в принципе туда можно, походу, да? Вот эти типа еще два пути с ключами. Выбирайте. Решение сна по окончательно. Да куда совсем-то? Совсем некуда. Так вот он же, вот он, смотрите, я только что туда попал. Лол, туда не идется. Видимо, стоит вот этой надписи, наверное, верить. Да ядрить. Ты что я сделал? Да ядрить. Да ни хрена я не разобрался, сейчас будем рандомно смотреть, как они там вообще устроены. Ну все понятно, в принципе.
Значит, запускаю я такую платформу. Это нормально. Потому что сова сюда не идет, это повод обидеться, я считаю. Я не знаю, как вы. Короче, что там надо делать? Запускаешь такую платформу. А дальше хочешь или не хочешь, делаешь прыжочек. А, ну можно сделать прыжочек, а можно не делать прыжочек. В середине такой есть выбор. И надо его сделать, а потом вернуться на платформу. А потом не делать, и полететь вниз. Правильно? Вам правильно. Вот это почти успех был. Ну, логика работает. Ну да, я не оценил там расстояние. Да ты путал, Мадрамен. А там как? А там, короче, прыгаешь такой. Точно прыгаешь. Через ниточку тебя пихает вверх. Тусую такой на верхний. С верхней надо на нижний, с нижней прыжочек. Ну, все логично, по-моему, очень логично. Снап, где секретки, ёпты? Или мы все нашли в этом уровне? Мы же видели, вначале нам показывали, сундуков не было, два золотых. Два золотых мы нашли в самом начале там сразу. И нах это надо. Ясно. Релакс. Ну дайте на экран-то посмотреть. Не дают. Я же жал. И походу надо успеть. Походу надо успеть. Походу я вот здесь правильно делаю, что сразу топлю. Нужна эта зеленая или нет вообще? Плевать вообще. Слышь, а тут чё? А, нитка. Ну ясно. Не дают подумать. Я принтскрин сделаю. Запись падлу смотреть уже. Даже жал.
Где дрить? Какой я принскрин сделал стартового экрана, кусок? Идиотина, и дрить. Пойдет. Куда надо, во-первых? Меня низ экрана бесит. Он мне все загораживает. Надо в самый левый низ. Окей. Прям рисовать буду и дрить траекторию сейчас. Нужна вот эта синяя сразу или нет? Не нужна. Можно ехать вот здесь. Можно вот здесь ехать, потом вот так хлоп. Зеленый уже уезжает. И после того, как я делаю хлоп, зеленый уже будет где-то тут. Нужна она мне? Нужна, но я, в принципе, могу успеть. Если я сделаю здесь сразу так. Оп. 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 Вот здесь я ее где-то должен догнать. Я думаю. А зачем она нужна? Успеть на зеленую? Надо, чтобы вот здесь вот так вот, оп, и вот так вот, и вниз полетел. Притом мы помним, что вот эта зеленая вниз уезжает, и она машет нам ручкой немножко. Поэтому тут надо быстренько так, оп, оп. Нам надо вот так, да? Ну, да, все понятно, вот так вот. Оп, оп. Здесь успели на зеленую. Вот самого-самого низа вот здесь вот, оп. Делаем прыжочек туда-сюда. Какие моменты тут нужно запомнить? Да, в принципе, только то, что с верхней зеленой не надо прыгать оба раза. Вот и все, что тут нужно запомнить. Остальные просто истерично прыгаешь. Правильно? По-моему, правильно. Твою мать. Как-то динамичненько. По-моему, я слишком быстро все сделал. Ну, нет, нормально. Ой. Да ядрить! Ты жми кнопки-то.
Все, третий раз я его звать уже не буду. Да ядрить! Не получилось ложануть, сорян. Ну ядрить! Да я ядрю. Да хорош. Да ну! Да хорош! Да я же жал. Ну, в смысле, паузу жал, типа. Да ну! Да ну, блин, как? Да как там быстро сообразить-то? Ну никак. Букак ядрить. Фридом. Ай, херня. Что даже расстроен. Почти зарашил. Да, ядрить. Да ну ядрить. Да я ядрил. Да хорош. Да куда я? Эй. Да ну, это меня не убивало вообще еще. И что там надо? Ну ладно. Я не знаю, такое ощущение, что тут множество тактик, и я просто рандомлю. Да и дрил я тебя. Да ну, не успела исчезнуть. Да куда я? Да ну. Да я ядрю. Нет, а надо как-то влево, по-моему, в конце смещаться. Да ядрить!
Ну как-то там вот так вот. Да, ну вот, вот сейчас близко было, но чуть-чуть не попал, по-моему. Вот так. А-а-а, пошли вон! Да хорош! Да ну... Стоп, там... Вот так мне больше нравится. Куда? Ищи язычный способ, чё? Вычисляй там, медрить. Ай, забей. Не успел. Тут ничего не открылось. Ну как, ну, not right, а куда? Да где там-то? Ну не идется сюда, не идется. Я ядрил, куда идти. Окей. Может, это не секретка, может, это и есть путь вообще-то правильный. Так, сейчас лазером вот этот включен беспонтовый. Значит, надо его выключить. Да я дрейд. Соображайте, потому что я что-то уже не в состоянии. Я просто делаю что-то. Ну вот нельзя вот здесь лазерон. А как мне наверх попасть? Ну то есть вот типа сейчас кнопку нажму, мне конь кобздец. Вот, вот это сейчас состояние вот этой нажатой кнопки. Да ну нету, ну по-моему нету.
никаких путей. Дверь осталась вот красненькая. Здесь был, типа. Пута мадре. Да куда я, господи? Давай я схожу туда, Эдритин. Правда, самый стрёмный путь, самый сложный, но я схожу, потому что у меня нет выборок. У меня еще и память короткая. А я, кажется, понял. Не зря я сейчас рестартнул. По-моему, все просто, вы чё? Нет, ничего я не понял. А там еще, там вот там лазерон еще вот здесь слева есть, ну вы видели, там вот этот лазерон. Нахуя? Вау, что это было? Азазазазазаз. А какого черта оно так сделано? Вообще-то говоря. Смотрите, вот здесь вот, ну понятно, почему так происходит. Потому что вот здесь, типа, вот она, платформа начинается. Экраны не склеены. Вот этот и вот этот. Видите? Внизу справа.
немножко не тот вниз правил. А за нитку туда вправо вниз, наверное, можно, да? Нет? Ай, дебил. А, там просто платформа. Ну да, снова шарит. Я не знаю куда. Здорово, Альферыч. Вот это и вот это, и которые под ней, они разнофазные, правильно? Ну правильно, и что это дает? Ничего. И нажать кнопку и вернуться сюда влево я тоже не могу. Ну, понятно, потому что вот это начинает гореть. Вот это левое. Я могу только туда вправо. Бивис, это какой-то полный отстой. Да, это Иван и Kill the Guy. Ну сходи погугли снап. Я тебе разрешаю.
Я пока схожу, посмотрю, что там у совы. Ну, сова прошла. Пойду сову послушаю. Файв, мне все равно. Мне вот честно, мне вообще все равно. Не коту под хвост, вот именно. Да, пророк, я довольна. Я тебе рассказала? О, рассказала. Я тебе доказала? Все, сова молодец. Совы есть яйца, точно. Стальные, просто... А, блин, не у каждого мужика такие есть. Ну, вот так должно быть вам видно вроде. Да, Фёрыч прошел. Это странно, что ты ни разу не заставил. Я там стрима 3 дрочил. Ну, правда, это было обычно там в 4-5 утра, наверное, не странно. Сходи на ютубчик, мой запись, посмотри, там, по-моему, есть, как я пришел к Дэнс Боссу и как я его прошел. Ну, а средних там пару стримов, по-моему, нету. Ноль пятьдесят два версия Гая у меня. Ну реально, мне так насрать на этот сундук, мне вообще, нахер. По-моему. Главное, что прошла это. Вот видишь, Гай, версия 0.52. Да пофигу, двор. Другие боссы, другие боссы, они будут потом. Понимаешь? Гасли взяла? Ладно. Ну окей. Наверное, взяла. Может, на серкретку, кстати, первую попустила. Это поворот. Кстати, можно я верну, пожалуйста, управление свое? Да сходила, она только что сходила. Первую секретку не брала, блин, вроде брала. Гидрить, я первый раз заметил, что в Боше там видели, там мерцает кустик, где гасли. Она его перепрыгнула, что ли? Чего, Defender с юшки до бабушкинской дошел? Хера себе, часов 5, наверное, шел. Ну ладно, чё, если Снап говорит, что это конец Гаю, это полный отстой ядрить. Я чё-то как-то даже немного расстроен. Всем ты обывак, подписывайтесь, ставьте лайки, чё. Ну знали-то знали, но 52-я версия, сколько лет игры ядрить. Пора уже завершить.
Да, и ванна очень хорошая, очень качественная. Боссы простенькие, правда. Но есть хорошие игры, всем понравишься, Dark Boss и босс. Прям такой нормальный, прям нормальный такой, нормальный. Экраны хорошие, там механики разные, да. Dance Boss. Что дальше будет по стримам, я не знаю, я еще не решил. Есть какие-то стрёмные идеи, типа там, к Читамен сходить. Ну так, чистая идея. Есть еще недопройденный Биза Гай, но что-то на него не очень стоит. Я когда узнал, что Биза Гай не линейная, там надо бродить всякие айтемы собирать, меня так бомбануло. Я не люблю в айванах одно и то же фапать и дарить по несколько раз. Мне это дезморалит. Коллаб. Это та хурма и дрыть. Такая типа Айвана, что ли, которую Судалов недавно стримил. Где в конце такой босс лампочка. Нет? Нет. Напиши точное название хоть. Снапа кусок. Нет, ты напиши, я посмотрю и дрить. Знаешь, я в нее побежал играть. Напиши название кусок, я посмотрю. Я просто посмотрю, оценю. Ну а так чё, я уже вроде говорил, подписываемся, ставим лайки. Интересно, кстати, здесь это персонаж работает, другой типа. Типа нет, кастомизация не работает в мире Вививи. Всем пока, короче.